Слава Украине, привет всем от Полонского. Россияне, вам не обидно? Я узкий, это теперь секс-игрушка. Что я имею в виду? Я так давно не смеялся. Ну, всякое бывает. Значит, все вы знаете вот этого, господи, певца Ртом Шамана, да? Как его там зовут, я точно не знаю. Я его, честно говоря, первый раз увидел, когда он начал вот эту песню горлопанить. Да, я узкий. Вот. И, ну, такой дурачок площадной, который там пищит что-то на сцене, косит под эсэсовцев, косит под... Вообще, мне кажется, что вот со своим образом, когда я его первый раз увидел, я подумал, что немец какой-то косит под эсэсовцев, под белую бестию. Помните, у Гитлера были эти все вещи. Как оказалось, нет, он пел, это русский, он поет песню «Я узкий». Замечательно, конечно, да. Ну, я говорю, у меня первое впечатление было именно такое, что он косит под... потому что форма эсэсовская на нем, повязка с этой свастикой, да, Z. Ну, все, как у эсэсовцев было во время Второй мировой войны у Гитлера. Вот я был абсолютно уверен, что он оттуда. Ну, вот видите, называется «Бойтесь первого впечатления». Да бог с ним-то, с тем шаманом, да, тут речь идет о принципе. Значит, он сейчас взял, запатентовал, это же типа его песня «Я узкий», и он, значит, патентует... эти слова «я русский», ну окей, патентует. А для чего? А для чего это самое интересное? Ну тут просто два, скажем так, два момента, которые он запатентовал, они просто убивают, знаете, наповал. Я ржал полчаса, еле вылез из-под стола, чтобы вам это все рассказать. Первое, это, естественно, что? Правильно, патент на водку. Ну какой же узкий без водки? Это просто невозможно. То есть, пока вы там дохнете где-то в вонючем окопе под Донецком, да, неизвестно за чьи интересы. Ну, вот за интересы такого шамана, конечно, да. Он продает вашим женам, которые там остались, да, неизвестно чем заниматься, пока вы, дураки, сидите в окопе, водку. Я русский, да, вот такой русский, да. Вы хорошо живете, да. Вот, это думаете все? Нет, это не все. Это не все. Значит, он запатентовал также бренд «Я русский» на секс-игрушки. Это, ребята, ну это вообще красота. Даже не буду описывать, что и как там будет происходить на России с этими, так сказать, русскими игрушками. Ну, а, конечно, пацанчик просто-просто красава, да? Так делать всю страну. И теперь, знаете, когда он будет в следующий раз выходить у вас на сцену, и там этот горлопанит эту свою песенку, вот, вы всегда его представляете, значит, у него в одной руке бутылка водки с этой надписью «Я русский», а в другой руке, сами знаете, то из трех букв, да, какой у вас президент, и вот этого с двумя этими вещами он будет теперь петь замечательную песню, ассоциация просто супер,